Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Продолжаем играть в XCOM 2. На уровне сложности какая? Легендарный. Все правильно. В предыдущей серии я поменял на ветеран, но оно походу не изменилось. Так что все-таки я прошел ту миссию на легенде. Да, потерял, конечно же, двоих человек. Вы можете пересмотреть ту серию. Вот, она как бы... Сейчас загружается на YouTube, а я пока параллельно прохожу, записываю вторую серию. Вот. Поэтому давайте как-то продолжать кампанию. Commander, good to see you on your feet again. Спасибо. Welcome to the bridge, the nerve center of our operation. The aliens have our entire world in their grip. Advent controls everything. Government, communications, industry. Not to mention вернем, the military. Вернем, приятель, вернем. Обязательно. Resources я в эту игру собираюсь надолго залипнуть. Спасибо. Штаб сопротивления. Ну, это круто. Пока мы ждем появления новых заданий или завершения исследований, можно сканировать точки, подобные этому. Дайте приказ. Ну, давайте, отсканируем. Что это? Шеф, нам удалось достичь определенных успехов. Так, ну это сопротивление. И мы начинаем почему-то в Африке. Ну, ладно. В Африке так в Африке. Давайте расследуем. Что там произошло? У нас, смотрю, здесь ресурсы? Или что это? Брошенный блокпост. Найти информационный ресурс об этом секторе. Правда, территория большая, и это займет какое-то время. Ну, давайте сканировать. Гигантские статуи старейшины на пересечении двух дорог. Мы обнаружили пустой пост охраны. Ну, давайте попробуем. А давайте расследуем. Пустой пост. Никого не было. Ну, здесь, наверное, кто-то да будет, я думаю. Таинственный незнакомец. Ну давайте. Гибридные материалы. Ну-ка, давай-ка новое исследование. Учитывая ограниченность наших ресурсов, неудивительно, что солдатам до сих пор приходится довольствоваться импровизированной броней. Ну, кевлар есть кевлар, что поделать, которую Шайни изготовила из различного мусора. Ну, короче, типа, солдатам все равно придется быть осторожнее, даже на наволокно. Ну, давайте кого-нибудь облачим в него. Так, планшет. Нам начать изучение самого устройства и мотивов, стоящих за действием врага. Давайте пушки наши исследуем, чтобы хоть как-то. Так, ну, исследования пошли. Я очень рад. Так, давайте продолжать наше бравое дело. Подождите, штаб сопротивления не... Ну ладно. Так, давайте продолжаем сканировать. Ну, давайте попытаемся. Награда инженер. Но я думаю, на начальных этапах не следует как-то игнорировать. Не следует игнорировать задание. Так, кто у нас новички? Мазур. Анна, пойдешь изменить. Че, тоже новичок? Новобранец. Ну да, рядовой. Там у нас зараненная была тетка. Давайте, знаете что? Мы его как-то кастомизируем. Ту лысую телку. Я обещал, что... Я ей выдам парик. Так, подожди. Лысая телка.
Кевларовый. Бойца сопротивления. А разница есть? Не, подожди. Подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хоть какую-то броню ты надень, пожалуйста. Да. Ладно, сойдет. Изменить. Лицо. Лысая голова. Нет, ты так не надо, пожалуйста. Давай строго как-нибудь. Небрежный конский хвост не подойдет. Свободный пучок. Коса. Нет, давай мы тебя сделаем похожую на девушку. Хочешь быть похожа? Канатка и конский хвост. Челка, челка это что-то отстойное. Все, будешь такая. Цвет глаз. Ну, цвет глаз пускай уже будет. Раса. Мне твоя раса, в принципе, устраивает. Ладно. Цвет брони. Цвет брони, ты у нас будешь... Тяжелые войска, давай. Красный, что ли? Американский, английский. Ты же француженка. Британский, французский. Где там французский? Алле-алле. Все, будешь изучать французский. Персонажи. Так. Цвет глаз, цвет волос. Аксессуары. Давай, руки. Нет. Ноги. Нет. Ну, торс. Торс. Да, будешь носить. Нет, давай без бадан. Камуфляж тебе на оружие налепим только еще. Тундра. Отлично. Нет, ты, если честно, мне нравишься так. Шлем. Кепка. Не, это что-то не то. Тоже не то. Кепка. Давай без кепок, ладно? Чтоб не мешало. Ну все. Я думаю, мы тебя нормально кастомизировали. А еще я бы хотел бы, знаете что? Как-то вернуться на базу. Взять броню. Ладно, приятель. Подтвердить. Вылетаем. Сейчас же. Вам что-нибудь изменить я могу? Штурмовики. Нет, ничего не могу. Кстати, улучшение. Сейчас посмотрим. Винтовка. Винтовку я могу улучшить? Оснащение. Нет, это ясно. Ладно, приятель. Пойдешь в бой так. А тебе можем дать какое-нибудь оснащение? Ага, не можем. Ну мы там вроде что-то находили как-то. Может и не с этого сейва, но находили. Поляк у нас, смотрю, есть. Зона операции, ожидаем приказов. Давайте начинать задание. Костлявый зверь. Что надо? Ликвидируйте всех врагов, захватите и защитите передатчик. Хакер вытаскивает из местности
данная текущая операция пришельцев с помощью перехватывающего устройства, разведка там что-то сообщила. Ну да, да. Короче, ликвидировать всех врагов, захватить и защитить передатчик. Походу, надо придется еще держать, может, оборону, нет? Посмотрим, посмотрим. Я чувствую, этот приятель станет тоже тяжелым. Шлем у него красивый. Либо штурмовиком. Одно из двух. Так, поляк полетел. Француженка наша полетела. Ну и остальные два пацана я не успел разглядеть. По-моему, там швед один был. И кто-то там еще. Не видно флага. Так, нам надо захватить, да? Противник неизвестно где. Давайте сохраним игру. Так. Вот это я все, пожалуй, поудаляю. Я не буду это перепроходить. Удалить. 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 New Life, короче. Так и обзовем. Так, где примерно может быть противник? Противник может быть вот здесь. Противник стопудово будет еще и здесь. Так, давайте, знаете, что тогда? Попробуем все это дело обойти как-то слева. Вот. Сепарти. Уи. Ага, здесь гражданские. Полиция раньше времени мы, конечно, не будем. Ладно, давай. Скрытое наблюдение. Рядовой. Пойдете сюда. Не-не-не-не-не-не-не. Ты не наблюдение, ты будешь. Так. Ну, пройдем через калитку. Коль уж так. Ты сегодня у нас будешь разведчиком. Ага. Хотя бы уже еще. Хотя бы еще не спалили. Так, давайте особо тут. Не шелестеть, да? Как в сталкаче говорили. Сюда я лезть боюсь, потому что там тоже могут прийти нехорошие дясли. И сделать нехорошие вещи. Давай. Подожди, нас что, спалили, что ли? Вроде не палили. Вы что, свои передатчики разрушаете? Или это наши передатчики? Ну, походу, тут тупить вообще не надо. Ладно, давай ты сюда перебазируешься и вжахаем по ним потом по полной. Пока еще передатчик цел. Что, нас тут спалят, да? Это плохо. Чтоб с тобой натворить, а? Подожди, а сколько вероятность попадания? 65. Будешь сидеть в наблюдении. Мы и другим чуваком походим. В смысле? Ну, в смысле, вы поняли, да? Ну чё, давай устраивать заварушку. А можно, знаете, что сделать? А сделать-то у нас-то и не получится. Ладно.
Крид. Отлично. Еще даже лучше, чем гранаты. Дядя сектует. Ёп! Бегный театр! Выговор получишь. 3. Сойдет. Отлично. Замечательно. Хоть, конечно, полукрытие снесли, но, блин. Так, давайте вот без этого, ладно? Так, там двое, там командующий. Ну ладно, под контролем. Ладно, это не критично. Ты хоть не будешь сейчас ходить, я надеюсь? Вроде не должен. Давайте этого... молодого снимем. Все, успокой... Расслабься. Молодец. Расслабился. Боюсь я тебя. Боюсь. Не, не тебя. Не-не-не-не-не. Ты чё? Сойдет. Нашего сейчас отпустит. Я искренне надеюсь, что нашего сейчас не заденет. Искренне. Хотя... да, сюрприз. Сколько процентов? 50. Ну, блин, дорогой, попытайся. Я даже не знаю, что лучше. Давай попробуем. Сойдет. Хоть бы и остались без укрытия, но... мы вынесли этих чертей без потери ХП. Я считаю это достижением. И можно сохраниться даже. Сохраниться назовем... один. Так. Нужно теперь искать новые укрытия. Блин, ну не за забором же. Почему не боюсь с этой тёлкой идти? Потому что... ладно, мы хотя бы их отвлекли. От передатчика. Так, что с тобой делать? М? Ты мне скажешь? Ладно, давай сюда подбегай. Приятель. Сюда. Гранаты я до тебя, так понимаю, не достану. Не достану. Огонь. Подожди. Ага. Ну что, попробую высунуться только. Что я тебе могу сказать полезного? Так тут половину уже изничтожили просто. Давай, перебегай. Так, надеюсь, того чувака нашего
С миниганом не выцепят, потому что я буду загружаться тогда. Только, блин, не... О, нормально, 5 урона. Косауэдчик. Пометил, ладно, сойдет, пометил. Подбегу к зданию. Не, не подбегу. Гранатой закидаю. Передатчику. Чувак, там еще до хрена хп у передатчика. Так, этот на крышу решил залезть, да? Как он через стенку стреляет? Ёкерный театр. Все? Пострелялся? Нет? Что? What? А, камень сгорел? Че, рили? Так, ну этого мы просто так не достанем. Куда бы тебе тут забубенить? А давай так. Приятного вам дня. Да. Двадцать шесть. Фу. Так, подожди, остальные чё? Остальные типа не при делах, да? Через крышу мы взойти потом не сможем. Да, давайте, я не знаю, поджиматься, что ли, как-то пытаться, что ли. ХП не тратить. Блин, я сейчас рискну. Рискну немного. Попробуем. Ой, хорошо вли... Ой-ой-ой. Братиш. Ну, видите? Удача улыбается смелым. Мув-мув-мув. Защитим. Защитим, что ж поделать? Выхода-то у нас нету. Займем оборонительную позицию. Что там никто не появился? Или появился? Что это за круг отрисовки? А, это просто бордюр. Так, куда бы нашего кулеметчика засадить? Как считаете? Ну, тут мы разрушили половину. Будем строго их на... Так, подожди, приятель. Успеешь навоеваться. Давай сюда. Перезаряжайся. Забегай тоже в здание. Ты там снаружи нам не нужен. Будешь держать оборону здесь. Да, конечно, минус стекло, но... Что ж поделать. С этой части, я думаю, никто не придет. Я на это надеюсь. И кого-нибудь надо повыше. Повыше высадить. Может, даже вообще на крышу. Ну, да, здесь горит. Горит, пылает. Что я тебе могу сказать? Не, здесь-то тупо будет. Ты до сюда добежать можешь? Я думаю, сможешь. А вот это уже нехорошо.
Давай-ка перезарядись. Давай-ка, наблюдение. Шкурля зон. А вот ты, приятель, давай сюда, Винни. Будешь подсвечивать. Шкурля зон. Так, ну надо тебя как-то заханыли тут. Боюсь, что гранаты сюда не начали закидывать. Кстати, насчет гранат. Блин, дыхку тоже делать не хочется. Ну, давайте сделаем уже дыхку. А, горишь? Гори. Подожди. Блин, а как же мой ход? А, ну у нас тут... По своим не стреляй! Попал? Не попал. Красавчик. Красавельчик. Что, напугал там кого-то из моих? А, труп поднял. Труп, тут, там не надо нам труп. Зомби. Зомби не кусаться любят. Крит. Ясно. Загрузить игру. 9.13. Так. Да, просто надо было как-то поближе к той стороне. Я ж не знал, блин, где этот ханыга прячется. Так бы мы тут хорошо так просто в легкую встретили. Там вообще без потерь. Не повезло нам. Не повезло. Не хочу я бойцов стерять. Я думаю, ради такого момента можно и загрузиться. Информации у нас сейчас побольше будет. Я думаю, мы сейчас никого не потеряем. Я надеюсь на это. Так. Что скажете, интересно? Ханыга этот уже засветился. Ясно. Бойцы! Слушай мою команду. Так, подожди. Ты сюда. Да-да. Да-да. Блин, заметили. Что-то долго думаете, конечно же. Что ж поделать? Сюда пойдешь. И устроим им ад на земле. Да? Ну-ка, давай-ка вжарь. Как ты умеешь. Красиво. Добыча уничтожена. Ну, не повезло. Не повезло. Так, давай-ка... Знаешь что? Блин, там эти бочки не взрывучие, падлы. Хотел сюда как-то встать. С этим грузовиком. Ну шо, ханыга, давай. Ты была близка. Подумаешь, 78%. С кем не бывает, да? My weapon spent. Да тебе вообще пушку опасно давать в руки. Подруга моя. Давай. Лови гостинец. Нате. Гори, ублюдок. Надо было тебя пересадить немного. Вот это сейчас можно делать бед тут.
Не, почему они не паникуют там ничего? Все, походили? Серьезно? Чувак, поверь ты мне, я бы тебя сейчас взял бы в плен. Огонь. Тебе прямо в рожу. Улетай. Улетай, не возвращайся, птичка. Повышение. Повышение это есть хорошо. Только давай, знаешь что? Вот тебя мы перезарядим. И, короче, давай это того. Лупи его. Молодец. Все? Конец миссии? Замечательно. Мы это сделали. Правда, я не посмотрел, сколько там по времени серии идет. Ну, такая серия будет не очень большая. Ладно, 71-43. Калия-Николло. Чаще всего под огнем. Ну, блин, она тяжелая. В смысле, тяжелый боец, она там должна накидывать. Видите, как она с гранатом хорошо накидывала. Молодец. Косовельчики. Все, давайте на базу возвращаемся. Этих мы разбомбили. Миссия вроде как не особо тяжелая была. Возвращается довольный. Ну это раненая. Сколько там ты будешь отходить? Да, сейчас когда присядет, нет? Повысить. Ну, ты прямо, смотрю, держишься молодцом. Ранение 13 дней. Ну, чё, и тебя вылечим, и всех вылечим. Так, что ты можешь? Так, оружие типа пушка, способное разрывать броню. Типа пушка. Типа пушка, это прикольно. Так, дополнительные слои подкладки и пластина, которая добавляет доп. Единицу броню. Я даже не знаю. Мы вроде как прячемся. Давайте, не знаю, дракол. Да. Будешь, короче, дамажить тут всех. Что ты можешь? Мазур, ты у нас будешь инженером. Польский инженер. Тебя мы тоже раскрасим. Что ты можешь? Так. Протокол помощи. Приказывать Гремлину двигаться к дружественной цели. Это обеспечит ей дополнительную защиту до начала следующего хода. Так. Специалист. Специалист. Оператор наиболее сложного оборудования боевых дронов, способен вести огонь или оказывать медицинскую помощь. Так, давай... А, это, походу, это два навыка, которые я сейчас получила. Понял. Что ты, снайпер? Ну, на снайпера ты, конечно, сейчас не особо смахиваешь. Но мы тебя экипируем. Хочешь быть снайпером? Будешь. Я потом кастомизацию сделаю. Ой. Шо? Так, а ты у нас кто? Гренадер. Красава. Почему у нас все лысые тёлки становятся гренадерами? Николло. После смерти сектоиды сморщиваются и сворачиваются в клубок, подобно паукам, и становятся похожи на маленьких диких существ, которым мы имели дело первую войну. А, это мои трофеи. Ну ладно,
понял. Hello, Commander. The Council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent. Ну, короче, переметнулись. Я так понимаю, да? With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. Короче, походу, будем спасать наших пацанов, да? If we are to defeat Или это нас показали? Ну, это нас показали, когда спасали. Мы там были в таком же. Before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby black site. Though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Обязательно покатишь. Contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Good luck. Лысый дядька. Так. Секретный объект Адвента, чтобы получить возможность добраться до него. Секретный объект, установить контакт. Ну, понял, короче, с партизанами. У нас, походу, появился инженер. Так, что там, обломки? Ну, давай разгребай там завалы. Расчистись. Давай. Я знаю, ты можешь. 35 дней. Что-то там было больше мне. Ну, ясно, что потребуется время. Вы людей там наймите, инженер. Уже расчищать там. Инженер там мешать только будет. Так, что? Ну, расчистка, что тут. 10 дней сидеть ждать. Так, что я хотел? Инженерный отсек. Оружейная. Вербовать бойцы. Hello, Commander. Нет, подожди. As far as I can tell, advanced technology, along with most of what we've seen going on in the city centers, is based on... Что там исследуете? And in some cases, improvements of... 7 дней. Я немного хотел бы... Так, ну труп это ясно. Строительство отсеков. О, производство предметов. Броня. Все, у нас две брони. Мемориал, слава богу, не пополнился. Но я думаю, на этом можно завершить серию. С вами был Зазепа. Понравилась серия? Хотите продолжение? Обязательно поставьте лайк. Прокомментируйте видео. Поделитесь со своими друзьями. Вот. И ждите продолжения, которое скоро будет. Всего хорошего, удачи и пока.